872 дня длилась блокада Ленинграда. Это сейчас нам кажется всего 2,5 годами. А для блокадных ленинградцев за эти дни прошла целая жизнь. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. С тех пор прошло 83 года. Этой дате посвятили классную встречу, которая прошла в стенах Дворца детского творчества. Мама пришла и сказала: «Дети, мы спасены». Она принесла буханку хлеба. Так вспоминает конец блокады Валентина Тихоновна Батый. Она рассказывала школьникам о непростых временах. Девочке было всего 9 лет, когда город окружили фашисты. Сейчас уже пожилая женщина хорошо помнит ужасы тех времен и рассказывает о том, что их с братом еда состояла из 125 граммов хлеба и воды. О том, что мама приходила и варила суп из малярного клея и кипятка. В зале собрались ученики с 4 по 8 класс, которые внимательно слушали рассказ ветерана. На самом деле это было не все так, как я представлял. Там было все намного хуже. Классные встречи в Сарове – проект, который начался 3 года назад. Раз в месяц в ДДТ приходят интересные гости, которые на своем жизненном примере и опыте рассказывают детям о серьезных вещах и событиях. Дети, особенно которые живут в благополучных семьях, в хороших условиях, в замечательных закрытых городах, как Саров, они должны хоть иногда задумываться о том, что не всем так повезло в жизни. Затронули на встрече и тему СВО. Дети рассказали, что отправляют посылки бойцам, которые сейчас защищают нашу Родину. Пишут письма и посылают открытки с словами поддержки. Да, да, а что вы делаете? Мы всем классом отправляли им посылки. И скоро вторая часть акции будет. Опять будем отправлять. Такие встречи показывают детям другие грани жизни и вызывают неподдельные эмоции. Ребята с удовольствием задавали вопросы и общались с блокадницей. А в конце встречи дарили подарки и цветы. И, конечно же, сделали общее фото на память.